По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберецком округе провели рейд по объектам уличной торговли при участии заместителя председателя правительства и заместителя министра сельского хозяйства Подмосковья. Небезопасные перекрытия, торговля с земли – одни из многочисленных нарушений, которые выявили в ходе проверки. По поручению губернатора Московской области такие рейды проводят регулярно, чтобы каждая точка нестационарной торговли соответствовала необходимым нормам. Те точки, которые незаконны, они должны быть ликвидированы. И а те места, в которых возникают эти точки, при возможности их легализации, должны быть и потребности жителей должны быть легализованы и приведены уже в такой цивилизованный внешний вид. Всего в округе 41 точка сезонных и бахчевых продаж. Все они должны быть оформлены в едином стиле, вписываться в архитектурный облик города. Но что гораздо важнее, это безопасность и удобство для покупателей. Конечно же, мы призываем предпринимателей соответствовать тем требованиям, которые установлены цивилизованной торговле. Мы будем стремиться к тому, чтобы облик нашего округа менялся в лучшую сторону. Наша задача – работать над тем, чтобы торговля приводилась в соответствие с современными требованиями. С начала месяца в ходе подобных рейдов было демонтировано 11 незаконно установленных торговых объектов. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.